Ну что же, сегодня 21 декабря. Мы, как только растаял снег, поехали за грибами. Нагрибалились. О, сильно. Ну, хватит. Да, сильно мы. В прошлый раз, когда был сильный мороз, мы по ведру насобирали. А сейчас сюда же... Перед морозом. Не, именно как был сильный мороз. Да. Мороженые грибы собирали. А сейчас мы приехали отдохнуть, насобирать, растаяло, выпал снег и растаял, и мы поехали 21 декабря собирать грибы, просто для того, чтобы отдохнуть, побыть вдвоем, сварить на нашей кофемашине. На новой кофемашине. На новой кофемашине кофеек. Пробный, сегодня пробный кофе. 21 декабря 23 года. И нам приятно, что мы можем просто посидеть. Приехали в Артюховку на машине. И здесь сложно собирать, такая очень пасмурная погода. Прямо, ну, темно, глаза вылазят. Но, однако, кое-что мы собирали. Приятное времяпровождение. Кофе, сало. Яички. Ну и так все. Так, и да. Всего понемножку. Огурчик.